Здравствуйте, Шаватов и Готовок, хорошей недели. У нас э, 202-й урок, в прошлый раз была ошибка, был 201, а теперь 202-й урок по книге Мишли. Э, мы находимся в 23 главе, в первом предложении, мы прочитали Мальбима на этот посук, и Гаона я не стал читать. Э, наверное, имеет смысл, чтобы начать с Гаона, просто прочитать. Или даже я не знаю, как лучше сделать. Может быть, прочитать 8 предложений с Мальбимом, а поток потом 9. Нет, 8. А после этого прочитать уже Гаона, потому что это немножко отдельный Магалах. Думаю, что мы так и сделаем. Итак, если сядешь вкушать пищу с ластилином, то хорошо присмотреть, что перед тобой. И представь нож к глотке своей, если ты алочная душа. Не желай его ибо это хлеб обманчивый. Не домогайся разбогатеть, оставь твою мысль. Устремишь глаза твои на него, на богатство, и нет его. Ибо он сделает себе крылья, как орел, и полетит к небу. Не вкушай хлеба недоброжелатель, не уже его, ибо как он думает в душе своей, таков он и есть. Ешь и пей, и скажет он тебе, а сердце его не с тобой, кусок твой, который ты съел. Выплюнешь ты, и напрасно ты потратишь свои любезные слова». Это я прочитал на русском языке, извините. А теперь попытаемся э, уже не совсем вольный перевод переводчика, а мой перевод, который тоже будет так вынужден, но по одному предложению. Я думаю, что, несмотря на то, что мы уже читали мальбом на первый посыл, мы прочитаем его еще раз, поскольку иначе ничего не получится. Он пишет, ⁇ Кита шеф лил, лил хом Лилхом, Эсмушель. Когда ты сядешь, Лилхом ⁇ это глагол от слова ⁇ Лехим ⁇ я не знаю по-русски такого глагола, есть хлеб или хлеб, хлебать, интересно, с властителем, то нужно, чтобы ты понял, кто или что находится перед тобой. Объясняет Мальби, что когда ты сядешь кушать хлеб, то есть ты кушать хлеб будешь не сам, а с кем-то, с каким-то хозяином, властителем, то поверь, «Проверь, кто сидит перед тобой, для того, чтобы ты не забыл, что если он мошель, и ты перед ним сидишь». Потому что во время суды, во время трапезы часто забывает человек о страхе и о уважении и может получить наказание смертную казнь. То есть, когда ты сидишь у царя на приеме и немножечко хлебаешь хлеба вместе с... Ну, в общем, и закусить и выпить там и так далее то в дружеской атмосфере можно перейти с царем на «ты», а можно на «ты козел», и это может плохо кончиться. Это пшат по мальбиму. Продолжает он и говорит, второй посук. «Вы сам-то сакин было эхо, им Если ты баль нефиш, баль нефиш, это словосочетание, человек с хорошей душой, владеешь собой, такой человек выше среднего, то положи нож перед глоткой твоей, если тебе трудно будет удержаться от того, чтобы есть и пить, и ты боишься, что ты сделаешь какие-то неприличные действия, которые могут не понравиться королю, а кончится это не очень хорошо, то положи около своего горла нож или воткни нож горла для того, чтобы заставить себя не есть, не пить и не перейти границы дозволенного. Объясняет Мальбим. Митсавэгу бали ахэлярбэ. Первый совет, приказ – это не кушать много – с двух сторон, со стороны тайвы, которая есть у человека, и человек, он баль тайва, тут вкусная еда, ему хочется немножечко перекусить, то ему говорят, что если ты баль нефиш, объясняет Мальбим наоборот тому, как я объяснил. Я объяснил, что баль нефиш это человек, который владеет своей душой, человек духовность, которая выше, чем материальность. Мальбим объясняет, что в данном случае баль это ровно наоборот. Он берет пример из Меркеавод, вот где написано, что есть такое понятие нефиш рахава, широкая душа, широкая натура, то есть человек Бальтаева, который очень сильно подвержен искушению того, вот, которое есть, желанию покушать, например. Это, естественно, не единственная тайва, которая есть в лечении к удовольствию этого мира. Но если ты Бальнефиш, то есть Бааль Тайва, и тайва владеет тобой, то тогда положи нож около своих щек, около своего горла, для того, чтобы остановить себя и не есть очень много. Это совет номер раз, который нам дается. Продолжает, э, по сути, говорит, «Альтитав аль ли матаамотав -ма гу лехем ксавив» не, 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 «Не наполняйся тавой, не возжелай» за неимением других слов, «его явств» его кушаний. Слово «яв» здесь происходит, а слово «там», «там» — это вкус, чего-то вкусного, чего он дает, потому что это лехим ксавим, это еда лжи, которую ты сейчас будешь кушать. Объясняет Мальбим, что сейчас говорится со стороны, уже не со стороны Тайвы, когда человеку трудно удержать себя, поскольку люблю повеселиться, особенно пожрать, но с другой стороны, что сама пища, она достаточно обладает там, обладает вкусом, и не возжелает этого вкуса. Здесь объясняет смысл этого, потому что это сама еда, не то, что у тебя есть проблема с тем, что ты нарушаешь заповедь, не возжелай. Но здесь есть еще одна проблема: хлеб, который ты ешь, это лехем кзавим, это хлеб лжи, потому что мушель тот, кто властвует над городом, тот, кто тебя пригласил, король. Он не дает, не дает этого хлеба, не дает тебе кушать ради тебя. И не для того, чтобы тебя, тебе дать какое-то ганол, какое-то удовольствие, чтобы тебя лихалкель, да, тебе... И не для того, чтобы тебя уважать, и не для каких-то подобных вещей, но делает это для своего удовольствия. И это не настоящий хлеб. Только это приготовление к тому, что будет постепенно вот так вот вращаться и приходить к тебе, и он постепенно будет тебя так вот подкармливать для того, чтобы что-то попросить от тебя. Это ли хлеб лжи? Ты ешь для того, чтобы наесться, получить удовольствие от еды, а в результате на самом деле тебя так вот постепенно подкупают, подпаивают, и потом попросят что-то, что человек в трезвом в состоянии делать бы не стал. А в связи с тем, что уже неудобно отказать, или ты уже так вот расслабился, то ты можешь отказать. Э -э -э Кагелет, а, секундочку, и все это говорится про Мошели, который пришел властвовать над человеком. Кто такой этот Мошель, то есть властитель, который властвует над человеком, это Ецергора, которая Митаве, у которой есть тайва, есть сила, которая пробуждает его для того, чтобы властвовать над телом человека. Ецергора не может получить власть над Нефишем, Рохом и тем более на Шамой он может получить власть над душой, над нефишем, только посредством тела. И одно из основных оружий, которым он пользуется, это, это тайва. Как мы уже учили в книге Мишли, начало книги Мишли, вся посвящена, все начало посвящено Штейна Шим, занот, двум женщинам-блудницам, Хемда и Тава, которые приходят соблазнить человека, Иша Зара и Иша Нахрия, чужая жена, разные виды чужих жен, которые приходят соблазнить человека, это тайва и химда, и вот это то, что происходит, когда властитель угощает себя хлебом, Ецергора угощает себя, то тем самым он хочет завладеть твоим телом. И Кагелет, тот же Шлома Мелак, только в другой книге Кагелет, называет этого властителя, этого Ецергора «Мелох Закен Закенваксиль, царь, который старый и глупый, и он Приглашает человека, э, по-настоящему приглашает, поскольку он для этого мобилизует все силы разума, и приглашает его немножко покушать с ним хлеба. И ты должен знать, кто находится перед тобой. Когда у тебя возникает тайва и приглашение к Кецаргаре на пир, ты должен хорошо понимать, кто находится перед тобой, и опасаться его соблазнов. Поскольку это приглашение идет постоянно то постоянно человек должен понимать, когда ему дается какое-то, назовем это хлебом, какое-то угощение, которое ему дают, он должен все время представлять, откуда растут ноги у этого угощения. Бен Шилола Архив от Нефиш Метавей. Здесь есть два совета, которые нам дали. Первое, чтобы душа человека не погрязла вот в этой вот тайве, Потому что первое угощение, оно может быть достаточно разрешенным, достаточно цивильным, но постепенно человек, его душа расширяется, и он привыкает, примерно как живот растет, и он привыкает все больше и больше получать вот это вот удовольствие, идти на уступки своей тайвы, до тех пор, пока он может прийти уже на уступки к тайвы значительно сильнее, и начинает лифрот с гвуль, и начинает э это нарушать границы, убирать границы. И, кроме этого, само по себе рибу и матамин, большое количество вот этих яств, это только мазон и это только человек должен выбирать из всех яств, которые есть, только то, что необходимо. И помнить, что то, что лишнее, то, что не является необходимым, это угощение цергора которое называется лехем кзавим, лже хлеб. И это не хлеб, который приготовлен для души человека и для человека с той стороны, что это человек, а только со стороны того, что это бгема, это скотина. В человеке соединяются две вещи, божественная и животная душа. И человек соединяет в себе понятие бхима, он как любое животное, он обладает неким процессом переваривания пищи и выполняет функции хай, живой. То есть тот, кто по определению Энгельса да будет Стюартон, и память о нем, его имя, и память о нем. Жизнь это способ существования белковых тел существенной частью, которая является обмен веществ. Это жизнь, про которую можно сказать, что не дай Бог такую жизнь, но это жизнь любого животного, без него жизнь невозможна. Но есть рибу, охоль много еды, когда человек ест, только обмениваясь белковыми телами. Больше никакой толку от этой еды нету. А есть еда, которая является едой, не едой бгемы, не едой скотины. Для скотины это, кстати сказать, вполне нормально. Она стоит или сидит, или лежит, я не знаю, что она делает, и кушает себе. Это в порядке вещей. Она выполняет то, для чего она создана. Больше ничего она все равно сделать не может. У человека есть еще какие-то предназначения в жизни, кроме того, чтобы пожрать. И в тот момент, когда человек выполняет то, что он ест, то, чем его угощает есаргара, кроме того, что он расширяет тайву, он еще кормит не человека в себе, а скотину в себе. То есть ту часть белковых тел, о которой говорил Энгельс. Но поскольку от еврея требуется немножко больше, чем кормить свои белковые тела, то, соответственно, здесь вступает в силу то, что человек делает две вещи, от которых предостерегает наш Шлома Вторая – это превращение человека в животного постепенное, поскольку Энгельс считал, что обезьяна, из обезьяны из животного произошел человек. Но это мы отодвигаем эту точку зрения, как известно, теорию Дарвина, Энгельса, Хула и так далее, и так далее. Проблема в том, чтобы тот человек, который сейчас является человеком, он не превратился в животного. И об этом говорит этот послуг, когда тебя приглашает Ецергора, то не кушай для того, чтобы превратиться в животное, которое кушает. Это вторая часть. И первая часть. Не становись расширяющим свою душу, то есть не становись Бальтаевым, не становись человеком, суть которого это та вот И Мальбин пишет, в чем такая проблема Раз, э, расширять свою Таавот, расширять свою душу, что человек, который привыкает к каким-то вещам, после того, как он к ним привык, Ему очень трудно отказаться от этого, и он все дальше идет по этому пути. В результате чего он приходит к тому, что он нарушает те границы, которые построили мудрецы и даже те, которые дала нам Тора, и начинает из-за тайвы переходить к запрещенным вещам. Это две накуды, которые нам говорит Шлома Амелах, согласно Мальбиму. И э, я хотел здесь добавить такую вещь. Мы не помню обсуждали, но должны были по идее обсуждать, поскольку Тайву мы обсуждали много раз, когда говорили различными форшами, смотрели комментарии в книге Мишлей, но есть одна на куда, которая, мне кажется, довольно важной. Существует заповедь ⁇ не возжелай лоти таве ⁇,⁇ не возжелай того-то, того-то и того-то. Но когда мы говорим о Тайве, в том числе Мальбим, сейчас говорит, речь не идет о том, что Ецергора приходит к человеку и предлагает ему сразу что-нибудь такое запрещенное, и поскольку очень хочется, то сразу же начинаешь это кушать. Бедерих клали обычно – Яцергоры не пользуются таким дешевым приемом, поскольку этим приемом немного можно добиться. Если к человеку приходит Яцергора и говорит, съешь что-то некошерное, сделай что-то некошерное, то человек редко сразу же идет на поводу Яцергоры. Э, э, ему, как правило, нужны для этого веские причины. Поэтому стандартный подход, что к человеку приходит Яцергора Тайвы, не для того, чтобы предложить ему что-то некошерное. А именно для того, чтобы предложить что-то, гладкошер, самое лучшее, которое может быть. И у человека рождается Тайва, и постепенно, как говорит нам Мальби, и так же учат масилат шарим, постепенно человек привыкает к тому, что он начинает много есть, много удовольствия получать, и отказаться от этого удовольствия становится все тяжелее и тяжелее. И эта привычка обычно не происходит за несколько дней, она требует какого-то времени, у каждого человека, безусловно, разного времени. Но после того, как человек к этому привык, после этого, когда разрешенный продукт, вызывающий тайву, исчезает, то из от безвыходности человек начинает э, брать чего-нибудь неразрешенное, поскольку нельзя. Но уже бороться с этой Тайвой нет никаких сил, никаких возможностей, потому что Тайва тем или иным способом завоевала этого человека. И это такой запрет человеку получать удовольствие выше нормы от разрешенных вещей, которая называется меда тава, которая называется пришут, меда, которая связана с пришутом отдаления себя от разрешенных вещей. Или Медат Хасидутом, когда человек не разрешает, он выше, чем требует закон, он не цадик, он хасид. Хасид это человек, который делает больше, чем требует э, Тойра, больше, чем требует Рабона. И старается запретить себе разрешенные вещи для того, чтобы не прийти к запрету Торы. Это не запрет, который дали Рабоним. Здесь важно не перепутать. Есть Месвод Дарабонан, который Рабонан запретили. Человек, который соблюдает Месвод Дарабонан и Ест, пьет, делает кучу удовольствий, которые Раббона не запретили, он не нарушает заповедь Драбона. Но это не Хасид, это не Паруш. Это не тот человек, который устраняется от удовольствия этого мира и посвящает себя только служению Всевышнему Торе и заповеди. Паруш или Хасид это человек, который устраняет себя от разрешенного, разрешенного даже Рабона. И Рабоны не сочли нужным эти вещи запретить, потому что они знали, что многим людям это невозможно. Есть люди, которые не в состоянии этого сделать. Но к этому надо стремиться. И человек, который... больный уже в хорошем смысле этого слова. Человек, который старается <coughs> служить Всевышнему постоянно, он должен прийти к тому, чтобы не идти на поводу у Тавы или Леофриш себя, отделить себя, от себя, себя, даже от разрешенных лишних вещей, которые ни Тора, ни Рабона не запретили, но он должен стремиться для того, чтобы, к тому, чтобы э, не получать угощение от Ецер-горы, даже если это э, угощение снабжено знаком Кашрут самого высокого качества. То есть не есть на поводу своей животной души, а есть только то, что нужно для службы Всевышнего, для того, чтобы у человека были силы Лавада дашем, для работы во имя Творца. И Масилат Ишарим объясняет так же, как здесь Мальбим, только Мальбим это сделал очень коротко, Масилат Ишарим длиннее, что человек, который идет на поводу Тайвы, вначале привыкает к разрешенным вещам, и потом в какой-то момент времени у него открывается гетер, разрешения к запрещенным вещам, потому что Тайва требует немножко расти все больше и больше, или потому что разрешенные вещи, они исчезают из поля зрения, и тогда человек касается запрещенных вещей. Это подход Мальбима у нас в Пасуке, это подход Месила Шарим Рамхаля. И есть другой подход, подход товарища Рамбана в комментарии на паршу в Икра, 19 главу, парша Котшу. Гдашим, Ти Юки, Кадош, они, Гашем и Лакейхом. Святыми будьте, потому что свят, я Всевышний Бог ваш. Рамбан объясняет, что такое быть святым. Объясняет Рамбан, что это меда, это качество, это пришут отделить себя от разрешенных вещей и ликадеш себя, осветить себя настолько, что все, что ты ешь, пьешь, спишь, все, что ты делаешь в этом мире, это делать только то, что необходимо для службы Творцу, и никаких вещей, которые за неимением другого слова назову словом «поревных», вещи, которые ни рыба, ни мясо, не те, которые запрещены, не те, которые являются митцвой. есть вещи разрешенные, есть вещи запрещенные, есть вещи, которые называются «ршут», не митцвой и не авейра. Вот все эти разрешенные вещи делать только во имя Всевышнего, как, например, есть, пить, спать, для того, чтобы были силы служить Творцу и так далее. А не есть, пить, спать, для того, чтобы получать удовольствие от еды, питья и спанья. Хотя это процесс очень приятный, и то, и другое, и третье. Но, тем не менее, человек должен это делать только столько и только так, чтобы это было Авададе Ашем, служба Творцу, а не что-то другое. Дальше Рамбан приходит, он, естественно, был задолго до Масилатки Шариме и до Амальбима, поэтому он не приводит их для того, чтобы сказать, что я на них холек, но он приходит, приводит, приходит объясняя, почему надо ли отделиться от разрешенных вещей, что такое медак душек до Шимтие, наоборот, потому что, объясняет Мальбиме Рамхаль, он пришел лохлок на них. Я напоминаю, что Шитам Альбима и Рамхаля это отделиться, потому что если я этого не сделаю, Тайва вырастет, и потом мне будет тяжело и невозможно отделяться от разрешенных вещей. На каком-то этапе я нарушу границы разрешенного и перейду к запрещенным вещам. Рамбан объясняет, что это не связано с тем, что я могу прийти к запрещенной вещи. И даже если на 100% понятно, известно, не знаю каким образом, Илья Анови пришел и сообщил, что этому человеку не грозит, он никогда не придет к тому, чтобы есть что-то запрещенное, тем не менее существует медат. Тава, от которой надо отдалиться, медат пришут, мера отдаления себя от запрещенных вещей, и медак душа, мера святости осветить себя в том, что разрешено человеку, и делать все, что разрешено, бык душе, то есть для освещения этого, а не для каких-то э, полупутей. И объясняет Рамбан, что иначе человек может нарушить вещи, которые не являются, строго говоря, нарушением по закону Тора и даже нарушением Рабана. А именно тебе Тора запретила кушать определенные некошерные вещи и не запретила кушать кошерные вещи. Но если человек будет заниматься тем, что целый день будет сидеть и жрать постоянно, столько, сколько хватит сил, то абсолютно кошерные вещи, супер кошерные, и вывышать свое качество разных видов еды, которые существуют, и все больше и больше погрязать в тайве, или Тора запретила запрещенные связи, но разрешила разрешенные связи с женой, и даже какое-то определенное количество этих связей является мицвой, не только мицвой, плодитесь и размножайтесь. Есть другие мицвод, которые связаны с супружеской близостью. И тем не менее, если человек будет себя вести таким образом, что 24 часа в сутки столько, сколько он сможет, сколько хватит сил, будет заниматься исключительно э, связью с женой и тому подобные вещи, то этого человека называет Рамбан Минуваль Баршуда Тойра. Он превратится в мерзавца внутри рамках Торы. Поэтому Рамбан учит э, медат пришут качество отдаления себя от разрешенных вещей, Качество души, качество сидута, все это разные проявления, разные ступени одного и того же качества. Не так, как учат Мальбим, который только что и сюда Ешарим, который Мальбим только что сказал, что если ты погрязнешь в тайве, ты придешь, потому что ты будешь нарушать и ездить запрещенные вещи. В отличие от этого Рамбан говорит, что этот запрет сам по себе не из-за того, что ты придешь к запрещенным вещам. Запрет связан совершенно с другим. С тем, что ты превратишься в мерзавца в рамках Торы, превратишься в такого некого не знаю кого, который будет постоянно заниматься только едой и так далее. Поэтому, если тебя приглашает властитель на пир к себе, то лфи мальбим, по мальбиму, ты должен есть столько, сколько нужно, для того, чтобы ты был адам, а не столько, сколько нужно, чтобы ты стал Бхима. как человек, а не как скотина это первое. И второе, ты должен следить за тем, чтобы твоя тайва не выросла на этом перу. И в результате роста своей тайвы ты бы не стал э, не, 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 не нарушил бы какую-то границу, которую установили мудрецы или Тора. По Рамбану еще хуже. Даже если никого а никакой опасности того, что ты нарушишь эту границу, нету. Все равно сам факт, что ты ешь, как скотина, это и есть запрет, который дает Тор. Я сейчас пока говорил это, подумал, что на самом деле две причины, которые назвал Мальбим, это и есть одна причина Рамбана, чтобы ты не превратился в скотину, не был минуваль Баршуда Тора, а вторая причина, которую сказал Рамхаль, чтобы ты не пришел к тому, чтобы нарушить какую-то из заповедей. Таким образом, Мальбим объединяет эти два пируша и называет это просто через запятую две причины, по которым тебе надо следить за тем, что ты делаешь. Вот. Но с помощью рамбана и мусалат шарим нам удалось немножечко расширить этот комментарий. Следующий послуг говорит, послуг номер 4. «Аль тига лыга ашир бибинатха хадаль» «Не дотрагивайся, не притрагивайся, не домогайся разбогатеть». И от мысли об этом, от твоей бины, от твоего разума, который это хочет, отделись, отдались. То есть не стремись к богатству. Объясняет нам Мальбим, что после того, как нам было заповедано, чтобы человек не шел за силами своей тайвы для того, чтобы есть и получать удовольствие, заповедовал нам еще одну вещь, чтобы человек не шел за кибуц ошер, за э, набирание богатства, что посредством этого он перестанет думать о Торе, Поскольку у него будет очень много мыслей, кроме мыслей Торы о своем имуществе. И это то, что написано: не стремись разбогатеть, что посредством этому ты отдалишься от твоей бины, от твоего разума. То есть, что имеется в виду, что не, тот, кто, не, не те, кто занимается много торговлей и много каким-то бизнесом, не они становятся мудрее. И не Тора, она не находится с другой стороны моря, для того, чтобы тебе нужно было за ней ездить, для чего нужно было бы много-много денег, и нужно было зарабатывать. Нет. Тора, Бина, Хохма, разум Творца, находится никак не связанная с количеством денег, которые есть у человека. Деньги нужны как средство, потому что без них нет НКМ и Тора нету муки, нету торы, поэтому деньги необходимы, но они не должны стать целью. Человек не должен стремиться к богатству и к удовольствию, которому приглашает Ецаргара, когда властитель приглашает тебя на пир. Человек не должен стремиться к этому, у него должны быть несколько другие мысли на эту тему. Продолжает Шлома Мелахи, и говорит, «Етов га таиф хабо ки асея аселок нафаим «Кенешер вов иув гашамай. «Потому как э, обратишь ты свой взгляд», очень трудно подобрать русские слова, «устремишь глаза», он переводит, я сказал, «устремишь твой взгляд», да, э, «на э, богатство, и вот нет его, потому что сделал ему Всевышний крылья, как орлу, и улетит он, как птица в небе». «Он» — это «богатство», «оно», в смысле, это «богатство». На иврите это мужской род. <coughs> Говорит Мальбим, что устремишь ты свои глаза, свой взгляд, и вот нету его богатства. Потому что э, богатство это я сказал, или это он сказал одну секундочку. Богатство это написал русский переводчик, потому что я вижу, что Мальбим немножко иначе объясняет. Устремишь ты на него твои глаза, и вот его нету. Объясняет Мальбим, что речь идет о Бине, о разуме. Потому что разум твой, ты должен все время не отрывать от него глаза ни на одну секунду. Потому что он подобен птице, которая имеет крылья, и которая находится в руке у человека. Что в то время, когда человек отпускает ее, птица летит наверх. И также Гаскалад Гаадам его разум человека, его сила раздумия Всевышнего, они, если от них ненадолго оторваться на одно мгновение, они улетят от человека. Потому что они сами по себе не появляются, а только когда человек прикладывает много усилий постоянных, то только тогда появляется этот разум. Что если э, ты дашь глазу смотреть в какую-то другую сторону, направишь свои глаза в другую сторону, то ты убедишься, что бины, которая у тебя была, разум, который у тебя нет, был, вот он нету его, исчез он, потому что у него появились крылья, и он улетел от тебя. Так объясняет наши хазаль, наши мудрецы благословенной памяти. И говорит, э, объясняют объясняет Мидраше, что Эйнов Эла Тойра, что птицы называются Тора, о которой сказано Гатаиф бо Ты улетит твой взгляд от него, и вот его нету. Речь идет о Торе, что человек, который путем своей шкиды, своего постоянства, своего штадлута, своих усилий достиг Торы, то этот человек, когда он отвлекается от Тора на очень недолгое время, то Тора улетает далеко и надолго. Вот следующий посуд говорит: аль тилхам эт -ра А вот это вот я, ну, не давайте еще немножко. Аль тилхам эт -ра Не нужно кушать плохого хлеба. Я неправильно поставил запятую, извините. Аль тилхам эт айн. Не кушай хлеба у человека, который принадлежит человеку с дурным глазом. В альтитаф, ле матаматов. И не становись, не возжелай его матамим, его вкусностей. Не знаю другого слова. Явство, наверное, надо переводить. Окей. Okay. И следующий посуд говорит. А, нет, следующий пока не надо. Он говорит, Рамальбим говорит что это тоже машаль, это тоже пример, в которой сказано, что не надо есть плохого хлеба, хлеба, принадлежащего человека с плохим глазом, и также его <coughs> явств, его вкусных вещей не надо пробовать, и не надо желать. Я думаю, что мы прочитаем еще два посука, и потом перейдем к Гаону. В общем, на самом деле уже все более или менее понятно, но говорит Шлома Амелах, потому что кмо шаар бенавшо, Потому, а, я же на иврите. Потому что как э, ворота в твоей душе. Здесь переводчик перевел, как он думает о душе своей. Слово шар вообще это слово ворота. И слово шур. Шур это размер. Лишаэр – это измерять и обдумывать. Слово шар – это ворота. Потому что так как человек измеряет, оценивает свою душу, какие ворота у него в душе есть, так он ест и пьет и говорит тебе. Но сердце его не с тобой. Питха ахалта – такиена. Если ты уже ел его хлеб, то ты его должен, должен тебя вырвать. Вашиха дворейха ганаимим. И приятные слова, которые... ты высказал, ты потратишь напрасно. Окей. Okay. Мальбим здесь объединил два посылка, поэтому я прочитал их подряд. Теперь прочитаем Пируш Мальбима, который говорит, так же, как он оценивает свою душу, так Мы уже объясняли природу Ницусотра от... Я не знаю, где он это объяснял, я не в курсе, он не дает ссылки. Но Мальбим говорит, что мы уже объясняли в другом месте, как работает Айнгара, дурной глаз что существует от дурного глаза, от взгляда человека завистливого, выходят некие искры, которые идут из глаз, что корень их, этих искр, он находится в том, что душа того, который искрит, душа человека, у которого плохой взгляд, она хитат-нехишин, это мал, маленькая душа, такая вот душечка, душенька маленькая, которая смотрит с, со злом во взгляде. И эти искры, которые выходят из души такого человека, который называется Пхитат Нефиш, маленькой души, они кизикей мавит. Они как некие искры, некоторые, не, некоторые стрелки, маленькие стрелы, которые пославлены, посланы ангелом смерти. И они попадают на ту вещь, на которую обращается этот взгляд. То есть человек, который, у которого внутри находится зависть и понятие «ра», «рух», Плохой дух, в тот момент, когда он смотрит куда-то, то в этот момент, туда, куда попадает его взгляд, попадают вот эти искры зависти и искры того, что называется понятие зла. И уже упомянуто: Шабааля-Айнгора, человек, которого плохой взгляд, тот, который владеет плохим взглядом, он смотрит постоянно на хлеб, и получается, что в этот хлеб он получил некую энергию заряда дурного глаза. То есть вот эти зиким, понятно, что это аллегория, вот эти вот стрелы, которые посылают взгляд человека, глаза являются только оружием, через которое душа посылает вот этот вот яд, он попадает в хлеб, поскольку на хлеб, который ест гость, этот человек, хозяин, который обладает дурным взглядом, он уже повлиял. И это то, что сказано. Шаар, ворота, шиур, размер – имеется в виду, что эта вещь, которая ограничена, которая является бгам, издержка, она является не массой, она является такой противной вещью. Речь идет про хлебе, и то, что находится внутри души этого человека, оно вот этот вот бгам, этот изъян, посылает через взгляд в хлеб, и получается, что этот хлеб получает вот этот вот шур, этот размер, и он превращается в леха Колькаль в испорченный хлеб. Только он испорченный так, что анализ хлеба не покажет, что там находится санистый калий и мышьяк. С некоторым трудом я вспомнил два яда, которые так вот помнятся сразу. Но э, этот анализ будет хороший, все будет в порядке. Но другая вещь, которая не, поддаётся, не поддается анализу ни спектральному, ни химическому, ни какому другому, анализ тех искр неприятных души, которые туда внесены, они окажутся в этом хлебе. И скажет тебе, что ты ешь и пей, и тебе кажется, что он... И тебе не кажется, не видно, что он положил туда, внес туда э, Айнгара, но сердце его не с тобой. До того времени, до того состояния, что его ахила, еда, которую он тебя угощает, нанесет тебе ущерб. Такого состояния, что ты будешь вынужден э, вырвать все, что ты съел. И то, что он заканчивается и говорит, в шаха дворейха наимим. И напрасно были сказаны твои <coughs> приятные слова, Пшада пошут, обычный перевод, обычный пшад, что зря ты сказал ему спасибо за это дело. Открываем нас здесь, что Машаль, пример, который мы говорим, речь идет про хлеб духовный, не о физическом хлебе, это аллегория, а речь идет о духовном хлебе. Что такое духовный хлеб? Это лимут, изучение тех мускалот, тех каких-то вещей, связанных с разумом, от которых человек должен ли изагер, он должен аккуратен быть. То есть те предлагают чем-то таким вот интересным, новым позаниматься. Какая-то философия, какая какое-то ремесло, что-то такое вот жутко интересное, которое предлагает тебе Мошель, Тот, кто тебе, тобой управляет, это Ецаргара, или предлагает тебе человек имаин гора с дурным глазом. И ты должен быть не сгар, ты должен быть аккуратным, чтобы этот хлеб, который хлеб разума, не стал хлебом дурного глаза. Айнтов, и добрый глаз, и дурной глаз это приходит альколь Мишпатей Гасей, он связан со всеми мишпатим, со всеми законами разума, которые судят для добра и для зла. Что человек, у которого есть Айнтов, он судит всегда с лучшей стороны. Человек, у которого есть Айнгара, он судит всегда со стороны зла. Рая, то, как человек видит, она ограничена его разумом. То есть человек видит не совсем объективно или совсем не объективно. Его взгляд всегда ограничен и направлен тем, что находится за пределами глазного яблока, нервных окончаний, которые идут от глаза, оно находится в том месте, куда ведут эти нервные окончания, то есть в мозге, в разуме человека. И в соответствии с тем, каким, этот, каким является этот разум, в соответствии с этим человек воспринимает информацию. Здесь нам говорится, на самом деле, не то, чтобы здесь был источник этого, я не думаю, что это так, на самом деле я задумался, я не знаю точно, где источник того, что глазом, может быть, и здесь, что глазом человек не только получает информацию, но и передает какие-то импульсы своего разума вовне. И вот так же, как он ограничен в принятии этой информации, и это сила, которой человек может мыслить словами, что бина мы уже много раз говорили, что такое бина, что это умение выводить делать выводы из одной вещи в другую бина не шел этот а, на нив. она не владеет над тем что человек видит поскольку его разум находится вот такой полуинстинктивный разум и в том числе законы мудрости которые невозможно понять через атрибут бины который находится выше того что человек может воспринять и любые вещи которые связаны с достижениями того что находится выше, который разум человека не может воспринять, потому что то, что действия Всевышнего его мысли и так далее находятся сильно сильно выше человеческого разума, и это находится в том в тайне понятия чем на ламот миколь яцувани сгавот миорах там, что Всевышний находится выше человеческого восприятия и скрыт от бины человека. Поэтому не написано слово «бина», но слово «сейхель» здесь всюду. Поскольку «сейхель» — это тоже разум, переводе на русский, но это немножко другой аспект. Это «леаскильба амитеха стать мудрым в твоей истине, постижение истины Всевышнего. Она находится выше человеческой «бины», но она еще поддается понятию «сейхель», это некая сиута дешмая, которая посылается сверху для того, чтобы человеку что-то стало понятно. И вот Слова бинот и Коля колядам, в смысле бины, разума, все люди примерно одинаковы, что каждый понимает, одно, одним и тем же пониманием размышления идет одной и той же дорогой, только один немножко поумнее, другой поглупее, но это сейчас не обсуждается. И тот, кто халек, тот, кто спорит, он не понимает, и ему кажется, какая-то вещь, которая отсутствие понимания бины приводит к э, шаф, выказав, к лжи и к пустоте. Но не так. Вещи, которые на уровне Бина Тадам, как Дархей Хохма, Пути Мудрости, Мангигал, Едиот, Ильюнот, Верхнее Понимание и так далее, оно находится за пределами Бина, это Гаскала, это некая вот Сьюта Дешбая, с помощью которой человек постигает вещи. И человек может их понять многими путями. И каждый человек из скиль становится более разумным в соответствии со своей природой. Есть хахам бора хохма, есть человек, который мудреет через хохму. Есть, которые, наоборот, те, которые глупеют через сихлу, через глупость. Есть баэн, баль айн тава, человек, который хозяин хорошего глаза. Он судит в соответствии с той хохмой, которая сама по себе является понятием тов. Человек же, который владеет айн гора, дурным глазом, он судит в соответствии со своей глупостью. И в связи с этим он не дает хлеб бедняку и тому подобные вещи. И об этом сказано, что не надо есть хлеба того, который ра-аин. Потому что понимание, постижение хохмы, мы сейчас говорим о, о хлебе в переносном смысле, о постижении мудрости. Потому что постижение мудрости, оно в качестве примера нам описывает через еду хлеба и питье воды. Как сказано, гавайца мы лохуламаем, тот, кто жаждет, пусть идет к воде. Потому что та, те ворота, которые есть в душе у человека, тот размер, которому она поддается, оно эти ворота наполнены многими картинками, плохими, совсем плохими, грешными. И то же самое с хлебом, с мудростью. Человек говорит тебе, ешь и пей. И тебе кажется, что он учит тебя какой-то мудрости, что ты благодаря нему мудреешь. И сердце, оно готово это принять. Но сердце, оно начинает подвергаться власти человека, который не владеет на самом деле тем, что надо владеть, а вносит туда понятие Айнгара. То есть Мальбим объясняет, что когда тебе делают предупреждение, что не ешь хлеба у человека, у которого дурной глаз – Речь идет о том, что человек не должен учить какие-то вещи, которые выглядят очень соблазнительно, и кажется, что он от души тебе объясняет какие-то вещи. А Лемайса, на самом деле, уводит тебя в сторону. Это человек, у которого есть дурной глаз, его душа ограничена. В соответствии с этим, это ограниченный человек, который может повлиять очень ограниченно на тебя. И эта ограниченность влияния, это влияние антиторы, и влияние, которое ты должен как-то вычеркнуть из себя. Вот. Таким образом, Пшада Пашут не есть от хлеба человека, у которого дурной глаз. Он нам более или менее понятен. Простое понимание. Речь идет о том, что человек... Эээ... о том, что взгляд, который бросает человек на какой-то предмет, дает не только информацию об этом предмете тому, кто на него смотрит, но и дает определенное влияние со, см со стороны смотрящего, которое называется зикий, нецецот, искры, которые уходят из разума человека, из его души. И таким образом материальный хлеб, который ты ешь, поскольку на него смотрел человек имаин Раа, человек с которого дурной глаз, он, в него вселены какие-то нехорошие вещи, ядовитые. Духовным ядом, и поэтому тебе не надо есть от, от хлеба от человека, у которого дурной глаз, поскольку ты получишь от него это влияние. Это машаль, Вы не который приводит мальбим. Это человек, который учит какие-то вещи, связанные с разумом, от человека, у которого аин тава, то есть хороший глаз, хороший взгляд. Это человек с широким разумом. И таким образом ты получаешь от него только позитивные какие-то вещи, вещи, которые связаны с Торой, с заповедями и так далее. Но когда ты учишь от человека с дурным глазом, который ограничен, и ограниченная глупость, которая у него есть, уводит тебя в сторону, тебе это может выглядеть, что он тебя угощает, делится с тобой, Лымайся, тебе не нужно получать от, этого дележ... от этой дележки, потому что все, что ты можешь получить, это незак, ущерб, хашкафы, мировоззрения, Ущерб Торы, поэтому не ешь хлеба от человека, у которого дурной глаз, когда он тебе предлагает: вместо Хохмы Гашема, вместо мудрости Всевышнего, мудрость Васи Иванова. Это Мальби. Гаон Мивильна идет на самом деле по достаточно похожему пути, только он, ну, в общем, в общем, путь очень похож. Он вначале дает один общий комментарий на все суким от первого до восьмого, и потом разбирает их чуть-чуть более подробно. Еще раз говорю, это хороший комментарий, но есть похожий комментарий, но здесь есть некоторые, некоторая разница. Он говорит, когда сядешь кушать вместе со своим мушелем, с властителем, то э, следи за тем, кто перед тобой. Объяснение. Ты находишься у властителя, у царя, и ты должен понимать, Хочет, что он хочет от тебя узнать. Он не просто так тебя посадил. Это некая попытка получить от тебя информацию. Поэтому не ешь вместе с ним. А если ты не можешь себя устранить от этого пира из-за тайвы, который тебя преследует, то в этой ситуации положи нож внутрь своей глотки, чтобы ты не мог съесть, если ты бы Аль-Тайва ты просто будешь не в состоянии, поскольку у тебя будет нож, и, соответственно, он будет мешать тебе наполняться этой тайвой, потому как, с одной стороны, хочется покушать, а с другой стороны, все время колешься, режешься и так далее. И не надо говорить, что пища, которая тебе дают, она хорошая, потому что к ней ты сам примешал нож, и уже нож невкусно кушать. «Вылосит Авелла Шельхану, и не стремись, не возжила его стола» потому что рагу, потому что этот стол плох. И также он, хлеб, который тебе дает, это лехем гзавим, это хлеб лжи, потому что его желание угощающего говорить с тобой на какую-то другую тему, на тему, которая называется зар, запрещенную какую-то тему, которую он знает, что если не начать, стаивают, то с тобой невозможно будет в этот диалог вступить. Это первая часть. Она очень похожа на первый Перуша Мальбима, который говорит о том, что когда у тебя вырастает тайва, ты можешь нарушить границы и прийти к запрещенным вещам вне границ, разрешенных Торой и мудрецами. Здесь примерно это же говорит Гаон и говорит, знай, что это хлеб лжи. И нужен он для того, чтобы вступить с тобой в разговор и говорить о других вещах. Другие вещи, говорит Гаон, это зар, чужие вещи, вещи, которые запрещенные. То есть тава, которое ты, если ты не приставишь нож к глотке для того, чтобы не кушать, то таава может привести к тому, что ты э, придешь к чужим вещам. Что такое зар чужое? Нам и Гаон, и Мальбим, и сам Шлом уже рассказывал про двух блудниц, Таева и Химда, которые есть, и что такое зар и так далее. Поэтому двигаемся дальше. Валь тига И не стремись к богатству. Не стремись собрать много денег. И богатство много для того, чтобы разбогатеть. Потому что, когда оторвешь ты глаз от этого, то есть перестанешь обращать на секунду на это внимание, ты увидишь, что его нету, оно улетело. Потому что улетит оно от тебя. Это тоже мы обсуждали, Мальбим уже обсудил, но потом Гаон начинает каждое предложение отдельно объяснять, поэтому мы еще к этому и вернемся. Вальти лахемет ра айн. И не надо вкушать, хлебать, Хлеб, который плохо человека, у которого плохой глаз. Потому что человек, который не кормит с чистым сердцем от чистого сердца, э, это как шар для навшо. Это как какие-то ворота, какие-то двери для твоей души. Э, он объясняет слово шаар. Я объяснил ворота, двери он объясняет слово мара, желчь, как желчь, которая есть у тебя в душе. У человека есть пять душ, которые пять уровней души. Самая низкая из них это нефиш. Нефиш соответствует понятию кровь. Кровь, она ответственный орган за кровь, это кавет, это печень, которая является фильтром крови. И лишние вещи, которые не могут дальше существовать и входить в кровь и идти по организму, то есть то, что от души надо выбросить, оно выбрасывается через желчь, которая называется мара. Поэтому здесь он говорит, что это как ворота для твоей души, то есть это как желчь для печени, желчь для души. Также ту еду, которая тебя угощает хозяин дома, который на самом деле обладает дурным глазом, эта еда, она очень мар, она очень желчная. Потому что Охельва Шате умерлаха он тебе говорит, кушай, пей, не стесняйся, валибо балимха, но сердце его не с тобой. Питха ты съел его хлеб, и даже хлеб, который ты съел у него дома, говорит, что говорит, Мамелов Такиена, ты его вырвешь в гагамим, и будешь переживать по поводу добрых слов, которые ты говорил вместе с ним. Это в общем такой короткий секунд нескольких псуким, которые здесь были прочитаны, столько пшатом, объяснения, только на уровне Пшата, без всяких Машалей и так далее. Но книга называется Книга Мишли. Поэтому Гаон начинает объяснять так же, как сделаем альбом собственно, Гаон начинает объяснять, что имеется в виду Банимшаль, то, что мы хотим отсюда выучить. Иньян, суть вопроса, что в мире есть три части того, что мы называем ТОВ. Эти три части ТОВ, их аббревиатура ТААМ, ТЭТ, АНММ. Аббревиатура трех слов. ТОВ, АРФ, МУИЛЬ. ТОВ Дословно это все будет примерно одинаково переводиться по-русски, а это совершенно разные мусагим. Тов это хорошо, ареф это любить, объединяться, муиль это быть полезным. И также в Торе, говорит он, теперь он начинает объяснять. Мы переходим на изучение Торы, что хлебом называется Тора. Есть человек, который учится для того, чтобы быть ареф. Что такое ареф? Удовольствие, получение удовольствия. Для того, чтобы он уда получал удовольствие, либо от того, что он учится, просто когда учишься, это достаточно приятно, и он учится, чтобы получить это удовольствие, или ради того, чтобы его называли Раф, это самая плохая часть из всех, и это сказано, что когда будешь э, кушать хлеб с властителем, то есть ты будешь кушать хлеб, которым угощает себя Ецергора, хлебом в данный момент называется Торой, ты будешь кушать хлеб Тору от Ецер-Горы, который владеет над тобою, как сказано, имруга машель таале алейха, мекамейха альтинах. Если дух э, властителя встав, ну, поднимется над тобой, то место его не оставь ему. Пируш объясняется, что если Этергора захватил тебя в свой ршут, и он э, заставляет тебя делать его тем не менее, ты не должен упасть с той ступени, на которой ты находился, и должен ухватиться за хорошие пути и идти хорошими путями, как было раньше. И это то, что сказано, что он пытается ослабить тебя и говорит, что если ты учишься со своим Мошелем, то есть Ецар-Горой, ты хочешь учить Тору, а Ецар-Гора присутствует при изучении Тора. Как она присутствует? Например, ради того, чтобы ты получил удовольствие, то эта вещь нехорошая. И ты должен понять, кто перед тобой для того, чтобы спастись от него. То есть здесь есть некий призыв не учить Тору. Вместе с Ецар-Горой. Сейчас нам надо понять, что имеется в виду. Ты должен понять, размышлять и понять, что перед тобой, кто находится перед тобой. Окей. Okay. Дальше надо немножечко еще прочитать, хотя у меня время выходит. Вы сам вы сам тащи балайха. И в случае, если у тебя присутствует Ицегора в твоем изучении Тора и требует от тебя учить Тора, чтобы стать равом или чтобы побалдеть от, от процесса, то представь нож к твоей глотке. Если ты не можешь выстоять и спасти от него, то начинай мучить себя. Я переводу, перевожу дословно, но это плохой перевод. Тиесер -э себя. И подожди, пока он идет от тебя. А после этого будешь учиться. Есть такой лох-таут. Я не знаю, комментарий или как это назвать, сноски. Лох-таут э, ⁇ список ошибок, которые возникают при изучении комментария Гаона на Мишле. И там написано, он был написан после первого тфуса. после первого, после первого издания Мишле с комментариями Гаона. И там написано то то, что написано в капитле «Кавгимал пасук бейт», то есть то, что мы сейчас считаем: «Поставь нож и не следуй э, за Ецер горы, а подожди, пока оно уйдет от тебя, и только после этого учись», говорит Гаон. Хас вышел им, не дай бог сказать, что человек в это время не будет учить Тора вообще. Он хочет учить Тору, чтобы его назвали Равом. «Приставь нож к горлу, сделай себе Исур, Исурим, но подожди и тогда учись. Тогда начнешь учиться, когда Эйцергор уйдет от себя. Хас вышел, не подумай, говорит Гаон, что не учись все это время. Но те от смейха, здесь написано у Гаона, сделай себе Исур. Что такое Исур? Те это мучай себя книгами мусара, объясняет Гаон сам себя. До того, как уйдет от тебя Эйцергор, и тогда ты будешь учиться и идти по путям, по Всевышнего. Это несколько малот, несколько ступеней, которым ты должен следовать. Но не дай бог не пойми, что в изучении Торы, если присутствует Город, ты не должен учиться. Бавадай должен учиться. Как говорит Гемора в трактате Псохим о том, что Лалам, Матадам Тора, воясы, месвордшило лишма, бегла еще и -э лишма. Пусть всегда человек учит Тора и соблюдает Мисводше ло лишма, потому что в конце они будут лишма, но. Речь идет о том, что не ограничивайся тем, что ты сейчас учишься, и думаешь, что потом когда-то будет лишма. Нет. Ты должен, кроме учебы Торы, углубить себя в понятие мусара. Мусар в данном случае – это Ират Шамаем, боязнь неба. И ты должен загрузить себя книгами и мыслями о том, как надо научиться бояться Всевышнего, для того, чтобы прийти к изучению Тора лишма. И об этом идет здесь речь, как объясняет нам Гаон. Ну, я, наверное, должен все-таки остановиться. Мы дошли у Гаона до третьего посука и продолжим в следующий раз Безрада Шемисбарах. А сегодня до свидания, до новых встреч в эфире.